Всем привет, с вами Данил Букреев, очередная посылка с сайта AliExpress. Здесь у нас флешка 64 гигабайта, $10. Очень большие сомнения у меня вызывает. Ну, давайте откроем, посмотрим, будем тестировать, смотреть. Вещь достаточно должна быть интересная. И, конечно же, все ссылки на продавца будут под видео. И тест у нас тоже будет в этом видео. Ну, китайцы любят шалить с флешками. Так, их здесь две. Две, наверное, по $10. Ну, в общем-то, все ссылки я оставлю под видео. Одна, по-моему, стоит $10. И каждая из них по 64 гигабайта должна быть. Что у нас написано на коробке? USB 2.0. Я нигде не вижу, где написан объем. Где? Вы видите, где-то написан объем этой флешки? Я нигде не вижу. Ну, давайте открывать. И будем уже что-то решать, смотреть. Может быть, я что-то не понимаю, может быть, я что-то не вижу. Вот, собственно, сама флешка. Ну, внешний вид, все отлично, но никаких надписей, сколько здесь у нас объема, ничего я не вижу. Так что будем вставлять в компьютер и тестировать. Если нас продавец обманул, деньги будем возвращать. Посылка была, кстати, заказана с помощью бесплатного посредника. Если вам интересно, продолжайте смотреть видео. Я думаю, что можно смело начинать тестировать наши флешки. Все ссылки будут в описании к данному ролику, и на программу, и на продавца, хорошего или плохого, сейчас мы узнаем. В общем, все ссылки будут под видео, начнем с этой флешки. Кстати, это же видео можно будет использовать в решении спора. И если спор будет, то мы его будем снимать также на видео. Вот, собственно, подсоединяем нашу флешку. Флешку подсоединили, теперь можно переводить на экран, да, чтобы показывать вам и продавцу. Так, ну, камера немного, конечно, неудобно стоит, но мы сейчас все подправим. Да, то есть видно, что флешка была подсоединена. Все нормально. Теперь нам нужно показать ее объем. Да, то есть здесь написано свободно 62, всего 62. Флешка отформатирована, ну, то есть пустая, это тоже важно для теста. Теперь немножко назад. Открываем программу. Теперь уже можно будет приближать, чтобы было все хорошо видно. Открываем программу, выбираем английский язык. Сейчас хорошенько настроим, чтобы вообще было приятно смотреть. Ну, посмотрим. Здесь может быть тест долгим, если что, ускорим просто-напросто. Или начало и конец сниму. Выбираем наш носитель, который мы хотим тестировать. Выбираем его, нажимаем ОК. Здесь мы хотим тестировать полностью всю флешку, да, то есть не конкретно какой-то участок, а полностью всю флешку. Это мы не хотим, что это просто повтор тестирования. Так что проверка и тестирование. И сейчас вот это дело все начнется. Скорее всего, это будет долгий тест, поэтому, если что, я или ускорю, или все это дело обрежу. Ну что, закончилась наша проверка. Очень-очень долго шла проверка. Я не знаю, наверное, 2 с чем-то или 3 часа, что-то такое. В общем, все мы видим, да? То есть здесь все прекрасно понятно, что только 7,5 гигабайт у нас нормальные, 54,9 гигабайт. Ну, нерабочие, data loss, то есть потерянные, да? То есть скорость записи здесь будет ниже указана, да, и скорость чтения. Ну, вот вам продемонстрировал, и это все дело продемонстрирую продавцу, да, чтобы продавец тоже мог убедиться, что он меня обманул. Так что обязательно будет спор, будем спорить с этим продавцом, но, конечно же, впереди еще проверим еще одну флешку, потому что у нас две таких флешки, и бывает такое, что присылает совершенно одна рабочая, вторая нет. Как бы так вам показать, что флешка еще на месте, то есть все с ней нормально. Вот, то есть ничего не высовывал, флешка здесь. Теперь давайте будем проверять следующую флешку. Ну что, я думаю, что можно продолжить. Эту флешку мы проверили, с ней все понятно. Очень долго, правда, шла проверка, но оно того стоило. И теперь давайте открывать следующую флешку, опять же ставить ее на проверку. И посмотрим, может быть, одну флешку продавец прислал нормальную. Так, ну немножко так вот передвигаю камеру. Видно, так, это не то. Вот, видно. Да, то есть ставлю флешку в разъем. Слышно было, что компьютер пикнул. Теперь смотрим, переводим наш на экран.
камеру, опускаем. Здесь у нас вот она, наша флешка. Она пустая, она уже отформатированная, поэтому нам нужно только вот, вот это окошко программы, да. Ну, красиво как-нибудь сейчас закрепим, сейчас начнем, а потом уже поставим. А, ну, опять же, выбираю флешку, нажимаю ОК, здесь стоит полный тест, ну, в общем-то, все как нужно. Теперь проверить. Нажимаем. И, в общем-то, пошла, опять же, наша проверка. И она, наверное, опять же, будет идти очень долго, и как было и в тот раз, поэтому... Я думаю, что нам стоит попрощаться на кое-какое время, а потом уже дальше мы увидим, что произойдет. Я вам все это дело покажу. И спор тоже начнем уже снимать. А спор увидите скоро на канале. Продолжаем смотреть. Вот прошла проверка, и очередная флешка показала нам опять 7,5 гигабайт. Ну, то есть, все понятно. Продавец нас пытался обмануть, отсылал всякие нерабочие флешки, который вроде бы и показано, что 60 там чем-то гигабайт, но на самом деле ничего подобного. В общем, будем открывать спор. А сегодня с вами был Данил Букреев. Сейчас покажу вам, конечно же, эту флешку еще раз на прощание. И будем уже открывать спор, потому что продавец реально просто наглец. Ну, то есть, вот подключена флешка. Ну, это довольно частая ситуация. Такие флешки, они часто приходят, очень-очень часто дешевые флешки, они вряд ли будут 60 гигов там. Ну, это, в общем-то, рассчитано на тех, кто, так сказать, не шарит в Алиэкспресс и все такое. В общем-то, подписывайтесь на канал, чтобы увидеть, как мы решаем спор. С вами был Данил Букреев, вот вся информация по флешкам. До следующего видео!